Всех приветствую. Сегодня хочу рассказать о своей предстоящей замене сайлентблоков на Гранд Витаре передних рычагов. Вот. Выбрал я сайлентблоки фирмы Сайдом. На сайте пишут, что вроде как румынские. Была альтернатива взять либо вот эти Сайдом, либо многие ставят от Hyundai Kia сайлентблоки. Но мне, если честно, вот если взять в руки сайдомовский и сравнить с хюндаевским, ну как-то вот сайдом мне внушили больше доверия. Вот, ну кому как, ценовая категория приблизительно этих запчастей плюс-минус там 50 рублей, одна и та же, то есть по цене разницы особой нету. Но вопрос в качестве резины, посмотрим, как походят. В общем, мой мастер, который делает, обслуживает эту машину, сказал, что брать только такие. Вот. Есть еще, конечно, альтернатива поставить сайленты от Honda, но там проблема в том, что надо немножко стачивать, там миллиметра 2 или 3, они не совсем идеально подходят. Вот эти сайлентблоки сайдомовские встают вообще идеально, вот. Никакого колхоза, просто поставил и поехал. Вот. Посмотрим, как поведут себя после замены, но я думаю, новая запчасть ближайшие, не знаю, 1040-50 не даст о себе знать. В общем, рекомендую именно эти сайлентблоки ставить, так как мой мастер тоже убедительно рекомендовал их ставить. Он занимается исключительно Suzuki. Вот. Ну, в общем, ребята, рекомендую ставить данный сайлентблок. Каталожный код, вот вы видите, 877-611. А дальнейшей эксплуатации, я думаю, сниму видео, там посмотрим. В общем, всем удачных дорог. Пока.